Поздравляю вас еще раз с вашим торжеством. Желаю вам счастья. Берегите друг друга, любите друг друга. Благословляю вас на долгую и счастливую жизнь. Совместно. Дорогие дети, Кристина и Кирилл, сегодня вы создали семейный очаг. Мы желаем вам, чтобы в вашем очаге всегда был горел огонь любви, который вы должны поддерживать всегда. И самый главный признак в доме – это хлеб и колбаса, чтобы вы всегда встречали своих гостей и колбасу. Удачи, а мы будем помогать вам по мере своих сил. Я уже сказала, Кирилл и Кристина, я очень рада, что вы сделали такой выбор по любви. Это самая главная любовь. И для вас сегодня сюрприз. Это действительно так. Я в руках держу, во-первых, свидетельство о браке ваше, да? Кто еще гости подъехали, вот свидетельство о браке. Наша дорогая Кристина взяла фамилию нашу. Хорошую боевую Чечеткину, мы этому очень рады, поаплодируем, вот это свидетельство о браке. И еще
Хигайн вообще всегда классно. Это правительство, оно заботится, я думаю, дальнейшее будет заботиться. И сегодня пришла правительство и телеграмм, на самом деле так, я даже не вскрыла. Вот сейчас я при вас вскрою. Правительственная Ермолина Калужского Боровского района Мичуринского 5 Чечеткину Александровичу и Кристине Алексеевне. Дорогие молодожены, поздравляю вас с официальным вступлением в брак. Пусть ваша жизнь будет наполнена солнцем, радостью, любовью и верностью. Берегите и понимайте друг друга, вместе переживайте все радости и горести. Пусть ваш союз будет крепким и долгим. Пусть дом ваш будет наполнен детским смехом, теплом и дружбой. Будьте счастливы и здоровы. Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Зюганов Геннадий Андреевич. Дорогие мои Кристина и Кирилл, от всей души наша семья поздравляет вас с торжеством большим. Желает вам здоровья, любите друг друга, сохраните очаг тепла, чтобы у вас всегда было в доме добро, уважайте друг друга. Без этого и жизнь не складывается, уступайте друг другу. Ну и стихами. Пусть будет каждый день и каждый час таким же, как сегодня, замечательным. Любовь, тепло и нежность есть у вас. И значит, счастье будет обязательно. Все, поздравляю.